здесь Полинка сидит. Мы приехали на фестиваль роботов. Тебе там удобно? Раз, два, три, четыре, пять. Я так устал, девчонки. Разработчики данного паучка считают его белым листом для будущих программистов, поскольку запрограммировать такого паучка можно абсолютно любое действие. Это может быть как, например, обычное патрулирование нашего домашнего участка, так это может быть, например, исследование каких-то труднодоступных мест, пещеры глубокие, узкие ущелья какие-то, например. Робот у нас оснащен камерой, то есть вот мне вас здесь всех видно. Камерой управлять тоже очень легко. В принципе, робот управляется через обычный джойстик на телефоне. Ага, все, разрядился наш паучок. Хозяина нас не будет воспринимать, ни нас, ни кого-то другого, будет сама по себе. Альфа нас назначает до 115 команд на английском и японском языках. Сейчас пойдет, попробуем ее. Abby, sit down. Stand up. Также очень еще такой интересный факт про нашу собачку. Каждый год Abby была у нас разработана японцами. Японцы высокий народ, они очень часто свои традиции, праздники. И вот у нее внедрили такую функцию. Теперь каждый год 22 февраля вся Япония празднует у нас день. Кошек, а вместе с ними разбирают этот день, поздравляют. Таким образом, всех кошек вместе с ними.
Нравится собачка? Хотели бы домой? Здесь у нас находится робот-шар. Появляется забавный робот-шар. То есть, если робот что-то не нравится, он это открыто сразу показывает, смущается очень сильно, вот сейчас тоже голову опускает. И робот будет следовать за нами. Следую за вами. Например, возвращаемся с магазина, включаем функцию распознания, робот нас распознает. Куда идем? Туда. Полина! Куда это мы попали? Это что такое у нас здесь? Музыкальный оркестр. Что это, музыка? Один Дианы. Здорово, у тебя эта музыка была. Диана, ответьте на вопрос журналистам CNN. Пойдемте посмотрим, что здесь еще можно делать. Девчонки, пришли, здесь можно рисовать ручкой 3D. Как здорово! Посмотрите, какое дерево ручки сделали. Настоящее зеленое дерево. 3D, алмазная кирка. Какая красота! Пошлите теперь посмотрим, что это за ручка такая. Мама. Мама. Вот это да! Вот это робот! Софья, поздоровайся с ним! Чего себе, какой красавчик! Привет! Ты умеешь разговаривать? Да. В любой непонятной ситуации I got this feeling. Somebody can sleep. Софья, это кто? Скорпион? Ты его не боишься? Он может же укусить. Сейчас, я тебя укушу. Ой, Софийка танцует, как здорово! Смотрите, как он умеет танцевать! Здорово, да, Полина? А здесь кто у нас? Вот это робот. А здесь малыш Йода. Робот. Вот это Эйнштейн. О! Я скажу вам, что лет через 5-10 эти роботы заполонят всю планету. Они будут похожи на людей так, что не отличишь, кто перед тобой. Робот-бариста. Он наливает вкусные напитки и делает сок. Девчонки, я робот-бариста, могу приготовить вам кофе. Ласка, не моргай. Девчонки, вы хотите сока? Может, он нам приготовит? Какой сок будете? Карманный робот-мультибот. Не такой я и маленький.
А это мои игрушки. Привет, Полина. Привет, Диана и Софика. Пошлите еще посмотрим, что там есть. Там, наверное, тоже очень интересно. Привет. Привет. Меня зовут робот Деревяка. Поздоровайся с ним. Скажи привет. Девчонки, смотрите, здесь столик светится. Что же он делает? Здесь надо играть. Кто победит в челлендж сражения? Скорее, Диана, нажимай на кнопочки. Кто же у нас победит? Есть, давай. А он что делает? Ничего себе, девочки! Кто сейчас победит? Полина, София против Дианы. Кто же из них победит? Диана побеждает. Ура! Какая картина! Класс! Вот это красота! Янка. Какая маска! Вот мы выходим с фестиваля роботов. Все девчонки в луноходе. Это мой луноход. Девчонки, всем пока-пока! Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки.